Всем-всем-всем привет! И как вы уже, наверное, догадались из названия видео, я снова на море. Сегодня попытаемся обмануть бычка, но погодка опять не радует. Вчера было солнышко, тепло, сейчас опять штормит море. Вот сейчас вам покажу море. Такое вот море вон там. Я не один, рыбачок еще сидит. В общем, пирсик немного заливает, но даже выбрыскивает сюда воду вон. Мокро, но все-таки я решил попробовать и посмотрим, может что-то из этого хорошее получится. В общем, я буду начинать и буду вам, если будет что-то интересное, рассказывать, показывать. Ловлю я сегодня на 3 удочки с кивочками. Никаких спиннингов, ничего с собой не брал, только 3 вот таких удочки. Вот такого типа зимних. Ну, зимой обычно и ловят там на реках судачка, окуня на них. Из наживки у меня только сердце. Из-за волны тяжело нащупать норку. Так что будем искать, пробовать. Вот вторая удочка моя. Тут 2 крючка. И вот такая оснасточка. Смотрите. На третьей стоит мормышечка. Можно использовать жеголовку. Так, все, забрасываем. И будем ждать результатика. Ай, мимо. Такая поклевочка только что хорошенькая была. Может, он вернется сейчас? О, опять. Мимо. Сердце есть, все на месте. Это уже радует. Очень даже радует. Вот он. Мы все-таки его достали. Такой здоровый. Смотрите, какой монстрик. Можно ловить на любую наживку. Мидии, куриное филе. Вообще на любую курицу, в принципе. Ну, смотрите, чтобы был поменьше жира, побольше мяса. Но лучшая наживка считается это мидия. Я обычно по весне ловлю на сердце, либо на поклевочка была, похоже. Либо на мидию ловлю, либо на сердце, либо на червя дождевого. Весной их в изобилии везде. Даже бывает на рыбалку идешь, их просто немерено ползет по дороге. Прошел часик, вот 3 удочки как стояли, так стоят, поклевки. Либо очень нежные, либо их вообще нету. Море он качает. Не такой сильный шторм, как в прошлый раз, в прошлом моем ролике. Сейчас подумаю, может переместиться в другое место. Но пока что это мысли. Мысли все-таки меня победили, я решил перебраться на другое место. Сейчас уже он сложился. Вот такой вот пирсик, на котором рыбачил. Все его узнаете, наверное. Сейчас решил пройтись, посмотреть вообще по бережку. Может, что-то выкинуло во время шторма. Бывает, выбрасывают рапанов, мидий. Сейчас посмотрим. Может, что-то интересное наше. На мидии можно отлично ловить рыбку. Я был абсолютно прав. Вот целая мидия. Сейчас еще пройдемся. Это, пожалуй, лучшая, наверное, наживка на бычка.
Ну и не только на бычка у нас в Черноморье, но сейчас рассчитываем только на бычка. Вот еще одна. Вот еще сколько их тут. Вот. Ладно. В общем, вот что нас собирали. На наживку этого хватит. О, вот рапанчик. Смотрите, какая ракушка, рапанчик. О, вот свежевыкинутая. Ну, правда, дохлая, но... Такой вот рапанчик. Ладно, буду идти пробовать дальше ловить. Оставлю его здесь. Интересно. В общем, интересно, действительно ли этот пес-людожер. Но ничего. Будем осторожно проходить мимо этого дома, мало ли. Посмотрим. Может, тут клюет. Во! Иди сюда, да! Первый. Такой вот красавец. Заглотил, конечно, далеко. Не спасает ни длинное цевьё, ничего. Вон. Может, видно будет. Без поклевки. Надо искать палочку, чтобы... Идет дождь, мокрые камни. Ёй, чуть не навернулся. Но у меня нет других удочек, чтобы ловить. Поэтому подлиннее. Буду ловить на те, что есть. Прыгаем по камешкам. По кочкам, по маленьким дорожкам. Интересно, что где есть нормальные норки, куча хлама и мусора. Вон место неплохое. Блин, какие они скользкие. Как в горах каких-то. Вот во время шторма выпросил еще одного рапана. Была поклевка, а я... Сопли остались. Не знаю, видно. Дождь усилился. Сильно усилился. О, о, клюнул. Кто-то клюнул. Е-е-е. Такой нежный. Так нежно на мидию. Этот мидия. Вот такой вот. Открой рот, достану мидию. Ладно, тебе повезло. О, о, ты тут покрупнее уже. Ты тут уже бубурящ. Бубурище. Вот такой вот. В общем, я переместился перед очередной раз. В прошлый раз тут все переливало, заливало. Сейчас вот решил пройтись. Море тут качает. Ой-ой-ой. Не самый лучший момент. Ладно. Оу-оу-оу, чуть не навернулся. Ни камешка, ничего на дне. Так стрёмно туда идти. Ладно, я погорячился. Так, пока волны нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Успел. Не успел снять завершение, мне предложил мужичок, который видел мое видео, узнал, говорит, хочешь, я тебя подвезу до дому. В общем, подвез, я ему очень благодарен. Если смотрите, спасибо большое.
В общем, удалось мне поймать 4 бычков. Один сошел, когда включал камеру. Опустил, только опустил, бум-бум-бум. Я включаю камеру, сошел. В общем, ну, все, в принципе, как и на каждой рыбалке такое случается. То с щукой, то с окунем, то с этим, то трофеи, так сказать. В общем, ну, это нормально. Но хотел бы несколько слов сказать о моем канале. Первое, то, что хочу сказать, мой канал является авторским. То есть чужие видео на нем не будут публиковаться, и я не публикую чужой контент, как бы такое. Это все мои рыбалки, это все мое. Я сам монтирую, сам это все делаю. В общем, если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Ну, либо задавайте вопросы, я вам отвечу. Второе, то, что хотел сказать, это реклама. На моем канале нет рекламы. Вы, наверное, это все заметили, и не будет рекламы. Это является мое хобби, это я просто выезжаю. Третье, хотел сказать, YouTube мне ничего не платит. YouTube или другие там всякие программки, мне они абсолютно ничего не платят. Я это все делаю как на волонтерстве, не знаю, просто мне по кайфу это делать, можно так сказать. Третье, я работаю и снимаю раз в неделю. У меня так получается, что у меня 1-2 выходных в неделю, поэтому я могу это позволять себе в свободное от работы время. Это мое хобби, и я просто делюсь своими эмоциями, переживаниями вместе с вами. И, в общем, если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Все, всем пока. Увидимся на море или на речке. Пока.